Что вкладывается слово «психоисторическая война»? Оно не часто у нас звучит. Психоисторическая война – термин, который распространен в западной науке довольно давно. В широкую такую, сказать, в широкое употребление его ввел Айзек Азимов в романе, который на русский язык перевели как «Академия». Академия. Это «Foundation». Первая книжка вышла в 1951 году, последняя, если не ошибаюсь, в 1975, но с 1954 года Foundation Азимова, Академия, является обязательной к чтению в военной академии Вестпойнт. Значит, психоисторическая война, если уже рассуждать за Азимова, это следующее. Это война, которая ведется на трех уровнях сразу. На информационном, то есть искажение фактов. Это, вот обычно нас говорят, информационная война. Информационная война — это самый простой уровень войны психоисторической. Следующий шаг. Информационная война — это, скажем, какая-то информация умалчивается, какая-то искажается. И создается неверное представление о происходящем. Совершенно верно. Следующий шаг – это концептуальный уровень, это уже пакетирование информации, это то, как информация интерпретируется. И последний уровень – это высший пилотаж, это то, как на основе пакетирования информации меняются смыслы и ценности. Когда, собственно, задача психоисторической войны, объектом которой являются, как правило, элитарные группы общества-мишени, властные и интеллектуальные элиты, задача заключается в том, задача агрессора в психоисторической войне, чтобы заставить их думать так, как думает агрессор, думать в его пользу и заставлять совершать действия в его пользу. То есть, по сути дела, как говорил один из либеральных деятелей, это не предательство, это просто хороший прогноз. Или, скажем, работа по хорошему проекту. Но при этом вбиваются чужие ценности. Например, говорится о том, что коллективизм — это дрянь, это тоталитарная вещь. Индивидуализм, надо строить капитализм. Понятно. И так далее. Вот это и есть психоисторическая война. Подмена смыслов и ценностей. Совершенно верно.